В прошлом году конкурс «Мисс Мира» посмотрело 100 миллионов зрителей. Это больше, чем во время эфира «Приземление на Луну» или «Кубка мира по футболу». Ты красотка, малышка. Мам, не надо. Вы с сестрой любили играть в «Мисс Мира». А еще мы любили есть козявки. Внешние данные должны быть безупречными. Фигура 90-60-90. Быстро. А еще идеальные пропорции. На мой взгляд, красота определяется не только внешними данными. Важно иметь еще обаяние, грацию, хорошие манеры. Купальники. Подготовка к конкурсу уже началась. Строимся по алфавиту. Быстро, быстро. Югославия, что ты здесь стоишь? Тут Австралия. Я первая южноафриканка, участвующая в конкурсе. А я первая мисс Гренада. Дамы и господа, мистер Боб Хоуп. В прошлый раз Боб тоже был гостем на этом шоу. И увез мисс Мира к себе домой. Угнетение женщин превращают в шоу. Так давайте устроим свое шоу. Мы проникнем в театр. Да! Да! Просто курим и смотрим, как в фильме про гангстеров. Если я смогу победить, девочки начнут верить, что и для них есть место в этой жизни. Мы чернокожие. Нам не суждено стать мисс Мира. Но тебя беспокоит не это. Я хочу сама решать свою судьбу в этом мире. Это просто вспышки фотокамер. Но их взгляды направлены не на меня. Не хочу, чтобы вы думали, будто я дикарь, не испытывающий чувств к женщинам. Я думаю о них 24/7. Да заткнись ты. Позволь тебе показать! Сегодня начало новой эры, Боб. Этот конкурс заставляет нас сравнивать себя с другими. Давайте иначе посмотрим на жизнь. Почему женщина вынуждена так унижаться, чтобы найти свое место в этом мире? Ни вы, ни он. Почему мы?